50 семей из Корсакова переехали из аварийного жилья. Квартиры они получили в новостройке по улице Лермонтова. Там возвели восьмиэтажное здание. В четверг островитянам передали ключи. Событие стало частью визита губернатора в район. Тему продолжит мой коллега. Статная многоэтажка впечатляет не только снаружи. Просторная она и внутри. Для переселенцев подготовили 1-, 2- и 3-комнатные квартиры. В семье Натальи Перезоловой 4 человека. Всем вместе приходилось арендовать жилье. Свое аварийное. Прекрасные квартиры. Площадь большая, конечно. Мы очень рады, довольны. Вместе с Перезоловыми в новостройку въехали еще 56 семей. Все они переселенцы с улиц Красноармейской, Нагорной, Корсаковской, Федько, Речной, Первомайской, Чапаева и Гвардейской. Здесь они меняют барачные аварийные условия на квартиры, которые сданы под ключ. В распоряжении Новоселов сантехника и электроприборы. Данный дом, 64-квартирный новый дом, застройщик построил комплексную застройку. Уже 4 дома введены в эксплуатацию. 5-й дом планируется завершить в следующем году и также передать ключи жителям, переселяющимся из аварийного жилищного фонда. Там, где внешний вид дома вписывается в рамки приличия, благоустраивают прилегающую территорию. Один из таких находится во втором микрорайоне. Здесь двор отремонтировали по федеральной программе. Появился сквер, детская площадка и зона отдыха. Всего в этом году в Корсакове капитально отремонтировали 8 придомовых территорий, 107 в процессе. Посмотрите, какой стал микрорайон. У нас даже квартиры подорожали. Сюда люди едут отдыхать. Посмотрите, отдыхать. Что первый дом, второй дом, третий дом. Все дома стали в куче. И здесь очень большой спрос на эти дома. И люди здесь стали общаться. Во-первых, площадка. Дети выгуливают. Безопасно. Самое главное. Машины там, а площадка тут. Изменения добрались и до системы образования. Капитальный ремонт провели в 6-й школе. Обновлена мебель, технологическое оборудование для пищеблока, закупили моноблоки и интерактивные панели. Коридоры и учебные помещения посвежили после отделочных работ. Расширен и образовательный процесс. В этом году открыли казачий класс. В школе мы посетили несколько программ, связанных с дополнительным образованием. Так, скажу откровенно, мне понравилось все, и мы будем поддерживать и помогать этому развитию. Оценил губернатор и ремонт подъездов. Косметические преобразования претерпели 248 входных групп Корсакова. В следующем году их количество увеличится. Приведут в порядок 130 подъездов. Влад Французов, Илья Назаров, Солнце ТВ.